Добрый день, уважаемые друзья! Ровно 100 лет назад был подписан декрет об образовании Чувашской автономной области. Всего за один век Чувашия многократно сдавала сложнейшие экзамены, раз за разом убедительно доказывая собственную идентичность. Как показывает история человечества, это возможно при одном, казалось бы, простом, но исключительно важном условии. Люди, живущие на этой земле, должны быть едины. Им важно уметь доверять друг другу и понимать, что к общим целям они идут вместе. Уважаемые жители Чувашии, сегодня мы говорим об общности не только как о совместном проживании на одной территории, но о единении духовном, общих ценностях и целях. От всей души поздравляю вас со столетием Чувашии. Земной поклон тебе, родная республика!